Берегите себя. Я слышал, Билли Дранан часто тут бывает. Он сейчас здесь? Да, хотя я не понимаю, о чем можно говорить с этим пьяницей. Вон он, в желтом шарфе. Что вы о нем знаете? За ним долг длиной в Миссисипи. А соображает он так туго, что даже злиться на него не выходит. Не стану вас задерживать. Очень мило с вашей стороны. Счастливо. Билли Дранан, если не ошибаюсь. А вы кто вообще такой? А, это вы. Рад, что вам уже лучше. Спасибо, что доставили меня в больницу. Я у вас в долгу. А, пустяки. Одна хорошая книга учит помогать ближнему. Не мог же я бросить вас истекать кровью? Кажется, в суматохе я потерял одну вещь. Такая большая, круглая, вся покрыта надписями. Не знаете, куда она могла подеваться? Вы что, думаете, я стану одной рукой спасать человека, а другой шарить у него по карманам? Если честно, то да, так что давайте ее сюда. Как мне доказать, что у меня нет никакой печати? Клянусь, я ничего у вас не крал. Я нашел вас на берегу Калмшор. Вы могли концы отдать в любую минуту. Так что мне было не до больших круглых штук. Если вы ее выронили, может, она еще там? Тут недалеко, я вам покажу. И вид отличный. Что ж, стоит проверить. Спасибо. Эй! Вы что, даже не купите выпивки своему спасителю? Ну и люди пошли. Ха. Вы правы. Следующее за мой счет. Отлично. А то у меня уже руки дрожат маленько. Этот бит. Этот бит. Тот, кто... Наконец-то! Она у меня!
Царапины? Эбернат нарисовал такой же знак. Что, Блэквуд, нет у тебя друзей, кроме спасения? Провидцы, которые к тебе приходят, никогда не вос... Глупцы! Вы... Пора во все. Что, Блэквуд, нет у тебя друзей, кроме провидцы, которые к тебе приходят? Глупцы! Вы... Блэквуд вытащил меня на поверхность, но Дранан устроил ему засаду. Эти знаки. А где Белидра? Вот паразит. Похоже, его долг вырос еще на... Вы местный, можете... Особняк? А вам туда зачем? Сэр, я частный детектив. Ладно, особняк найти не труд. Расскажите мне про... Я вам что, учитель истории? Когда случился... Вообще-то даже две семьи. Думаете, это... Может быть. А может... Не стану вас... Очень мило... Конечно, почему?
Похоже, замок креп. Конечно, у Блэквудов есть специальные методы. Око Дагона. А вот это похоже... А вот это похоже... Мне нужно сюда, Гордон. Сколько неудачных попыток. Так, посмотрим. Сюда, Гордон. Ох, проклятие. Сколько неудачных попыток. Эбернет проводил над кем-то ритуал, но этот человек умер.
Открытое море. Мне кажется, или она... Я уж обрадовался, что в кои-то веки пришел куда-то первым. Здравствуйте, мистер Рид. Не ожидал, что вы так скоро появитесь. Мы знакомы? Обижаете. Короли в желтом знают обо всем, что происходит в этом борге. В том числе и о вас. Я уже видел вашу банду в деле. Кто вы такие? Можете считать нас сознательными гражданами. В этой ситуации как раз важно проявить сознательность. Кажется, вы недавно потеряли кое-что важное. Мы позаботимся о том, чтобы потерянное к вам вернулось. Печать? Ага. Надо ее найти, пока вы не спятили окончательно, как все провидцы до вас. Что вы сказали насчет остальных провидцев? У всех провидцев рано или поздно едет крыша. Что бы вы ни делали, поторапливайтесь. Вы тоже не застрахованы от безумия. Я слышал, оно вас уже коснулось. А вам какая с этого выгода? Я просто выполняю приказ. Мой босс дал очень четкие указания. Ваш босс? Кто бы это мог быть? Не волнуйтесь, сэр. Он вас найдет, когда все закончится. Так что, вы мне мешать не будете? Вовсе нет. Раз вы здесь, то занимайтесь своими делами. А мы займемся своими. Если появится Эбернот Блэквуд, мы от него избавимся раз и навсегда. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, мы посторожим.
О, сколько времени эта еда здесь стоит? Неужели некому было убрать? Похоже, все ушли, не дождавшись конца собрания. Повезло, что эти гады бросили свои заметки перед тем, как удрать. Все провидцы здесь. Вы все-таки пришли, мистер Рид. А я уж испугался, что моя настойчивость вас отпугнула. Ваши методы отпугнут кого угодно. Кто бы говорил? По крайней мере, поговорите со мной. Это меньшее, что вы можете сделать после того, как привели сюда этих негодяев. Когда я пришел, эти негодяи уже были здесь. Что им нужно? Они уже давно мне досаждают. Преследуют повсюду. Не знаю, кто их возглавляет, но в упорстве им не откажешь. И поэтому вы их перебили. Они пытались меня убить, а я нанес ответный удар. У вас ведь тоже руки в крови, мистер Рид. Во что, какое-то паломничество? Здесь когда-то собиралась моя семья. До того, как навсегда ушла на глубину. Меня они оставили здесь в наказании за то, что я разочаровал их. За то, что у меня не было проклятия, которое они хотели использовать. Как будто без него я ничего не стою. Вы спасли меня в храме Дагона. Почему? А как же иначе? Я подозревал, что вы тоже провидец. И оказался прав. Мы с вами идем по одному и тому же пути. Я просто помог своему попутчику. Только и всего. Вы меня успокоили. Говорят, что все провидцы сходят с ума. Это правда? Все. Ни один нормальный человек не может жить с таким проклятием. Но я...
Мне было суждено нести это бремя. Меня готовили к этому. Я должен был получить его, но меня отвергли. Я не могу оставить печать вам. Чарльз, давайте вести себя как цивилизованные люди. Вы уже узнали достаточно и понимаете, что вам грозит. Я предлагаю сделку. Меня готовили к этому. Я всю жизнь этого ждал. Я провидец, избранный. Позвольте мне освободить вас от этого бремени. Вы хотите сказать, что можете избавить меня от безумия? Да, я разработал свой собственный ритуал. Я допустил несколько ошибок, но теперь, когда у меня есть осколок Ктиганаара, все получится. Блэк, вот вы несете какую-то чушь. Я могу извлечь из вас семя спящего. Я понесу это бремя и отправлюсь в мрачные глубины под городом. А вы будете свободны. Вы сможете добровольно помочь мне в этом деле или бежать из города, сохранив рассудок. Сомневаюсь, что это так легко. Легко? Вовсе нет. Я пожертвовал буквально всем ради этого дня. Я знаю, что это моя судьба, наша судьба. Вас можно спасти, мистер Рид. Умоляю, позвольте мне помочь вам. Это еще не конец. Я видел, что стало с вашими подопытными крысами, и не желаю к ним присоединяться. Я ухожу. Никуда вы не пойдете, Чарльз. Вы сделали неправильный выбор. Это моя судьба, а любого, кто встанет у меня на пути, ждет смерть. Похоже, придется поискать другой вход.
Похоже, придется... Помогите!